Без всякой, не то что без всякой суеты, а вот нормально, как взрослые люди. Сейчас еще координатору отдай там, все, что надо отдать. Ой, что-то я очень резкий. Ну, на миссии да. Так же будем ходить. Удачи всем, кто остается на базе. Мы пошли. Мы пошли, да, выдвигаемся. Спасибо, и ты береги себя. А, я потерялся, брат. Я сестра. Сестра. А почему у тебя такой странный голос, сестра? Я много курила. Я понял. И не только курила. Вот я брат. В дьявольском обличии. Вижу противника. Нет, это собака. Ладно. Фига она задрифтила. Так, дай-ка карту открою. Так. Так, нам направо. Нам, блин, надо проплей играть. Да. Нам назад. Блин. Так. Опа, видел, как я быстрым шагом дошел? Я думаю, блин, не заметит. Сейчас, опа, все. Вот. Я подожду. Опа. Самый быстрый стрелок на Диком Западе. Опа. 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 Это я гуляю просто. Надо. Гуляю. Выгуливаем пистолет. Пошли себе в жопу, я гуляю. Опа. Ну, сестра, ну, не надо. Сестра. При всех. Как, правее обходить или... Я вообще брат. Пошел ты в жопу, брат. Слышишь там? А что дерево так трясется? О, он боится. У меня его вообще... А, да, лол, чё он так трясётся? Он... А, под ним она... сидит этот... Ну... Под ним сидит этот и поёт. Да, оно... и поёт. Ему больно. Не, нормально поёт, типа. Губная гармонь. Че... Блин, да. А мы идём такие чисто по двое сторон. Чисто, да. Шериф и шериф. Да, шериф и помощник шерифа. Там почему-то он задамажен наполовину. Видишь? Нет. А, его убили, походу. Ну, гуляем, блин. Оп, закрывайте двери, пожалуйста, своих машин, а то, блин. Кто-нибудь украдет что-нибудь? Да, блин. Так вот. Так. Опа, а... напряглись! Блин, чисто. А, ты там лут какой-то! Стой! Так, подожди. Ой, что-то я, по-моему, в штаны навалил, так. Там кеды! А, не, нормально. А, не-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 нет. Решил проверить, выпрямиться, а оно оказывается вот. Похоже. Ой, надо присесть, подожди. Давай. О, нормально. Я сейчас дрона выпущу. Есть остров Рузвельта, есть олень Рузвельта. Я подстрелил его. Спокойно, брат. Ой, 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 ой. Это что-то опасное, блин. Не надо. Он идет сюда. Да он не залезет на машину. Он не дойдет даже. Да. Он умер. Все нормально. Что ты бегаешь? Что-то как-то очень быстро, я не успеваю за твоим ходом. А я мыслью. Просто протрястался. Они появились из ниоткуда. Что-то там нормально. Что-то там стрельба какая-то. Да, я вижу просто, как кровь из него летит. Такое ощущение, что в нем не 5 литров крови, а все 100. А я не убиваемый, мне насрать, я буду идти стрелять. Я даже в рифму все сказал. Да. Ты думал меня ослепить? А! Но ты меня не ослепишь, ведь я терминатор. Ты по кому-то стреляешь вообще? Вы, ребята, вообще деньги получаете? А я получаете? Вообще от бедра иду, стреляю. Смотри, как я иду просто. Не по кому-то. Да, нормально, тупо отряд неудержимых. Я, правда, ничего не попал вот. Нормально. Взрывы.
Вот, что-то есть. Тупо терминаторы такие. Вот, блин, если бы тут были такие тяжелые костюмы, можно было бы реально терминатора. Ну да. Изобразить. Такс. Ну да, занимаем. Че там подтакиваешь? Женщина. Оп, блин, главное колено себе не сломать. Так у тебя на коленнике для чего, брат? Ну только, блин, да. Ну пойдем, брат. Куда, блин? Если мы захватим крепость, ну, ага. Вперед, а, он направо. Прогулка. Они не оправятся, да, от этого удара. Кроме того, Генри сообщил нам, что... А, блин, сейчас ножки придется намочить, но ты не переживай. Ну, я вперед, как бы, если освободить. Что там наткнусь, на что я скажу. Впереди несколько противников. Кто такие противники? Что такое противник? Найдите Эмилин Шоу. Ну, я вот думаю, она, в принципе, права в некоторых моментах. Так что смысл ее убивать? Справа кто телефон. Это? Кто я? О, мобилка, походу. Ну, дойдешь? Давай-ка это того. Давай. А то я тебя могу перекинуть. Я на шухере просто. Давай. Теперь я на шухере постою. Давай. Все. О, блин, кто-то говорит. Блин. А нас послушали, нас раскрыли! Это он! Это олень Рузвельта. Нет. Олень подслушал у нас. Жертва есть, есть. Твою мать. Ты бунт. Связались с кем на острове. После бунта уже нет. Рядом устроили этот карантин. А с другой стороны, что пойдет, то мало, мухи какие будут. Да, переростки какие-нибудь, да? Так, что тут в ланчбоксе? Все, ты поел, да? Пикник. Пикник в парке. Ой-ой-ой. Опять что-то... Что-то пущит. Вот, да, поел, нормально. Вот реально тяжело. Я тут пройдусь. Опа. По ножки не мочить. Ребята, всем он привет! Он что-то видит. Привет! Как ваши дела? Сейчас, он им помахать, типа. Помахать. Привет! Привет! Здорово, ребята! Смотрите, давайте, танцевательная битва. Привет! Приходите на бой. С миром. О боже. Ребята, вы что стреляете? Что-то началось нездоровое. Вы зачем начали стрелять-то, дураки, что ли? О боже. Я тут спрячусь немножко. Я сгорю! Нет! Брат, держись, брат. Я сгорел. Брат, ты в воде. Так я не знаю, почему я сгорел. Брат. Ты всегда был. Не очень. Я утонул, что ли? Эх ты, брат, брат. Я словил лицом молотов. Надо было отпить. Так я пытался. Так да зачем ты? Эх, дай я тебе по жопе сейчас шлепну, встанешь. Да. Вставай. Опа, о! Спасибо. Я поспал. О, тут что-то первоклассное. Углепластиковое. Оп! Так, что это штука такая какая-то? Тупо когда стареешь такой, типа. Так, о, ланчбокс. Оп. Ну, что за рычаг такой? Опа. Что он? Так там карантин, строишь же. Ничего себе. А я не заразный, не волнуйтесь. А, ну да, ладно. Ну-ка, разбившийся самолет, давай посмотрим. Ох ты ж, блин. Это не Enterprise, нет? Это Enterprise, похож. Ладно. А, я так понял, мы попали на съемки фильма эти. Остаться в живых или Star Trek? Похоже. Выстрелов они не слышали. Как дела? Тишина. Ничего гонять патрули в такую даль. Эмилин считает, что нужно. Если хочешь, подойди к ней и спроси. Ой. Кусок тут. Блин, левитирует. Двигается, блин.
Что там, ланчбокс какой? Ой, опять, блин, прихватывает. Да, блин, блин, что-то, походу, на завтрак не то съел. Да, наверное. Ой, да зачем ты шарик кинул? Да, поиграться, они ж собаки. Псы. Эх, вы. Он справится, как думаешь? Да. Ты ему помог. Так, брат, что здесь есть, брат? Сестра, я не знаю, сестра. Так. Нам... Я бы сходил в ту сторону, мне так лень. А там ничего нету. Брат. Здесь сестра, там сестра. Там дом есть какой-то. Здесь солнечная панель. Там дом есть какой-то? Да, о, да, брат. Там... Да, давай сходим, может, вместе. Туда нельзя пройти, брат. А, туда нельзя пройти, ну возвращаемся. Тут есть штука, брат. Штука? Включить бортовой самописец. Самописец? Ага, понял. Но вы уже упали. Почему они упали? Всем быть на чеку. Может, тревога ложная, а может, нет. Эрл, какой долг, ты это повторяешь? Заткни свой рот, пока я тебе его не заткнул. Заткнитесь вы оба. Эрл, это как Ярл, только Эрл. О, умён, брат, не по годам. Не по годам. О, вы чё? Самое время! Ребята! Вы чем? Ну-ка, вот я здесь сейчас прям вот так. Бахну селфач. Опа, у меня, правда, телефона этого нет, но ладно. Ой, ты дал, конечно. Срочно требуется медицинская помощь. Взорвался, там слева еще в окопе. Чё? Я обратно залез, по-моему. Куда обратно-то? О, враг, враг. О! Где? Какую систему ты хочешь уничтожить? Брат. Чё? Враг. Где? Где-то тут, брат. Сломался где-то. Он не успевает за ходом наших мыслей. На крыше, брат. А, на крыше, блин. Я понял. Давай ему эту гранату закинем. Блин. Он взорвался, брат. Блин. Ну бывает. О! Кто-то что-то выкинул. Так. Брат, подожди, брат. Да, я тут стою, пока посмотрю. Сейчас бахну селфач. Пукс. Опа, отлично. Нормально получилось. Подписан, блин. Дашь ссылку? Да, блин. Ссылку потом скину обязательно. В описании, да? Ссылку в описании, да. Ладно. Ой, что они здесь делают? Они реально, походу, фильм снимают. Да, остаться в живых. Голодные игры. Ну или голодные игры. Ай, что ты слепишь? Ой, что-то... Дрон что-то сделал это плохое. Я что-то сделал плохое, по-моему, брат. Не суди строго. О, проект выполнен. Ну, неторопливо, размеренно, гуляем. Не-не-не-не-не. Брат, брат. Блин, ну я сверху посмотрю на это. Тут-тут. Нормально. А мне лень туда идти, брат. А мне вот... Блин. А мне не лень. Я, короче, в космос. Прощай, брат. Ты слишком быстро, я не успеваю. Помнишь, что говорил тебе отец, брат? Никогда не ускоряйся. Ой. Помню такую мудрость. Это приведет тебя к гибели. И не только тебя. Но и весь чрезмерное... род людской. Ускорение может плохо повлиять. У тебя повлиять. Может сломаться ноги.
сломаться ноги, но ноги могут сломаться, да. Наш отец был не русским, ты что забыл? Да. Он был татаром. Или... Я не помню. Ты не помнишь отца? Ну да, ты же был маленький. Татар с Юпитера, короче, пусть будет. И кто? Смотри, синяя бензопила. Ты что, не видел никогда синих бензопил? Нет, никогда не видел. Это странно, брат. Брат, прикинь. Не, брат, прикинь. Ой, сестра, прикинь. Да, прикинул. Ла. Закрыто. Блин, помню, гулял здесь когда-то, однажды. Открыто. Теперь да. О, ключ из куев нужен. Опа, взял. Брат, откуда у тебя ключ? От верблюда. Взял в каком-то этом коллекторе. А я дай-ка я переоденусь, ты не смотри только. Окей, я отойду тогда пока. Я на стрёме постою тут. Постой, тепло. Постой. Так, ну-ка. А. О, блин. Так, блин. Как тебе мой лук? А что-то поменялось? Вот поэтому ты мой нелюбимый брат. Жаль, что все остальные братья сдохли. Ну, точнее, я их съела. Слишком костлявый. Ты? Да не. Тебя можно откормить. А, блин. На голодные годы оставила. Да. Видишь вот этот рюкзак у меня на спине? Вот ты туда поместишься. Да. Вот смотри, он что-то там сжигалка. Эх, жаль, что я курить бросила. Да. Он сломал мой дрон! Дай! Поплачься, поплачься. А его тут и нет. А, вот он. А это тут что-то делает. Эх, брат. Что-то синева какая-то все выпадает. По-моему, она умрет, брат. Да, она умрет. Я даже не добиваю таких. Очень жаль, брат. Она была хорошая. Возможно. Нет, возможно, у нее есть дети. Это была наша мать. Барбекю. Эх. Пожар. Жаль, что она взорвалась. Так это ж пожар. Эй, заберу. Новая находка, пожар. Ой. Он там собирается выходить из укрытия? Не знаю, брат. Так. Я думаю, что нам сюда. Ты думаешь? Я предлагаю. Думать не мое. Ну да, согласен. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я так быстрее хожу. Уверен? Да. Там олень результатить. Нет! По-моему, он погиб. Жестокое. А я тебя этим оленем нафарширую. Видишь, какой? О. Безотходное производство. Рожки у тебя в задницу будут. О. Если еще раз что-то про меня скажешь, естественно. Я буду молчать. Ну и правильно. Отец всегда говорил тебе, лучше молчи, чем говори. Ну, помогите мне! Да, девчушка, успокойся. Ты видишь, что там происходит? Девчонка в коробчонке. Вот ты считаешь, что ты лучше всех, но ты говно. Куда ты взяла пистолет? А, брат, я горю!
Все будет нормально. Конечно, я же уже неделю. Так, обхожу. О, блин, он бегает. Ух ты ж. Много наших полегло, да. Эх, брат, ко мне подбежал другой брат. Сложный брат. Неправильный. Именно. Как гриб. По-моему, эта девчушка предатель. Она только что расстреляла меня. Блин. Брат, я думаю, он сядет за пулемет. Нет, тут никого нет. А я просто режим. Я сюда зайду. А я за тобой схожу. Блин, она взорвется походу. А что это? Интересно. Вкусно. Что рвануло? Я без понятия. Странно. Кто здесь? А. А, Б. Слышь, ты чё самый умный? Срочно требуется медицинская помощь. Да. Нет. Да. Это был риторический вопрос. Я его превратил в нериторический. Ты не можешь этого делать. У тебя недостаточно прав. Нет, прав у меня достаточно. В нашем матриархате у мужчин прав нет. И только я тебе дала способность иметь права. Мыслить. Но а, фак! Все. Боже, мне их так жалко. Они умирают просто за ничто. Что вот? Брат. Ты лох. Ого. По мне попала пуля. Еще Опа. Надеюсь, это место скоро сгорит дотла. Зачем? Хорошее место. Я бы тут жил. Ла. Почему, интересно, противовесы сделаны, ну, типа, стеклом? Не проще камень вешать, чем кусок стекла? Это не противовесы, ты в курсе? А что это тогда? Ой, я что-то уронил. Ты видишь, где они висят? Зачем они там висят? Это просто, здесь. Типа, как... Украшение? Не украшение, как знак, что это их территория. Типа, знаешь, как всякие... А, понял. На всяких фильмах вешают там всякие штучки. Палочки всякие, там ухи, уши. Ухи. Да я просто не русский, брат. Брат же... Брат, да? Брат. Отец же татар. Смотри, так можно залезть. Но видишь, там мигает лестница? Нет, так брат. Туда можно залезть, можно. Там мигает нет, лестница. Брат. Почему? Потому что, брат. Ну что ладно. Что здесь делают другие люди, брат? Живут.
Мне не отойти! Кто, блин, моего от брата обижает, не понял. Маму в школу вызывали? Вызывали. Нет зоны возрождения. Где директор? Так, блин. Не, брат, ты сзади побудь. Да нормально. Кого нормально? Мне позвонили, сказали, что ты убил 10 детей. Нет, ты что? Ты хочешь сказать, что они врут? Я. Ты. Именно ты. Немецкие корни. Понимаю. Понимаю. О боже! Я вышел, а он прям там! Брат, брат. Ладно, я сползу. Брат, там директор. Там директ? Чат? Там, в смысле? Там зауч идет. Завук. Да, именно вот. Не надо! Я предупреждал. Василиск! Не надо! Он сломался. Я знаю, перед моими аргументами никто не стоит. Совук. Кто-то бежит. О! Сейчас как разомнусь. Я горю, блин. Я горю. Опа! Я горю. Огонь. Хэтс? Так, значит, слушай сюда, брат. Ну? Давай за мной. Не выпендривайся. Ты уже выпендрился один разочек. Что за черт? Было неприятно. Группа противников движется к катеру на восточном берегу. Это было предсказуемо. Я знаю, я это предсказал. Тут мертвый человек. Или он спит? Да, ты его убил. Нет. Знаешь, почему я тебя сюда привел? Чтобы убить. Я не догоняю, подожди. У нас семейное бессмертие. А. Карлан. Ой, смотри, тут чудо природы, левитирующие бутылки. Кабинет физики. Ага, я понял. О. Там можно вниз спуститься, а можно здесь пройти. Сейчас. Ага, подобрал. Можно вниз спуститься, а можно там пройти. Я вниз пойду. Я лично открою кейс. А тут что, подожди? Что здесь? Кто здесь? Ой, брат, брат. Давай, короче, стой. Ой, не смотри. Я вниз пойду, а ты там вот. Куда тут быть? Вниз. Да, вниз. Здесь. Зачем ты бежал, брат? Я не бежал. Ты бежал, брат. Где я бежал? Я видел все на мини-карте. Нет, нет. Я передвигался очень быстро, но не бежал. Нет, брат. Ни в коем случае. Обманываешь меня? Нет. Да, брат? Нет. Да? Мы идем с тобой одинаково. Нет, брат. Ты бежал. Ты не хочешь это признавать, брат? Я не умею бегать. Я не знаю, что такое бег.
ты не знаешь, что такое бег? Да. А их все они согнали, их все сослали как, ну, типа, в карантинную зону. Чё они ущемленными себя считают? Это, типа, стандартно должно быть. Живых от зараженных отделить? Почему нет? Взорвался. Интересно получилось. Я горю. Ты задолбал гореть. Без причины причем. Его взорвало. Да. Что там с катером? Пока не отчалил. Кажется, они сейчас его заправляют. На каждом катере емкость с топливом. А кто с нами говорит? Ударим по этим емкостям. А где сейчас Эмилин? Уже на борту катера. Если это, конечно, она. Ага, вот так вот, значит. Ну все, математичка, готовься, я злая. Кто здесь? Корабль. Кто я? Привет. Стелс. Стелс пошел. Стелс в процессе. Ясно. Я уже почти труп. Сложная какая миссия, вообще что-то. Вообще не нужно. О боже. Не надо! Что такое умный, да? Да, смотри, знаешь, хочешь умно поступлю. Сейчас нужно добить. Чуть-чуть осталось. Отлично, хорош. Нифига у меня, пушка. Блин. Да, это сказал. Артём, пулемёт, пулемёт, быстрей! Ты что? Быстрей! Спасибо. Там толпа бежит с другой стороны. Я понял. Давай в два пулемета. Огони у тебя там. Я правда ограничен тут. Серьезно? Были там, да. Еще один пацан. Ой, у меня кто-то. Где? Не вижу. Все нормально. Уже. Там идут. Покиньте корабль! Я с другой стороны.
что-то все взрывается. Класс. Страшно, Эмили. Это пидемилос? Мы убили ее. Мы ее убили. Она же на лодке сидела. Наверное. Ты ее убил? Ну не получилось ее захватить. Даже не предлагали. Да. Я не знаю, с чего ты взял, что. Там типа на укрепление, вот сейчас